наконец. Проезжаем мимо Миги, ура. Вот Марина у нас тут красавица. И Серега. Да. И мы едем мимо. Мимо, мы мимо. Проходите мимо, проходите. Вы к нам почаще приходите. Без вас потом, так хорошо. Хорошо. Просто в Миге вот лучше набираться чуть только не на общественном транспорте. Там так неудобно. Вот вокруг нее вот так вот 40 раз вокруг. Ну не 40 раз, а вот. Там да. Еще и на Ясную идти на остановку 42-37 на Ясную, на Михайлюрки. Потому что все перекопано. Да, сейчас плохо автобусы ходят, да, вообще. Ждешь. Вот это то, что вокруг нее плохо. Ну да, в общем, мы поехали опять на речку. Мы купаться, мы на озеро. Поехали. Марину купать. Да. Куда идет веселый к нам? К нам лесу пошли. Что еще? Ну как еще? Мы на озере купались, прибор резиновый нашли. Произвели его анализ. Даже в школу не пошли. Поиспользовали. Дешево. Естественно. У нас бывает, но подожди. Нет. Ну, короче, понятно. Мы да, хорошо.